У нас уже есть топ-3, но мы, конечно же, рассчитываем занять здесь топ-1. И я надеюсь, что мы, конечно же, это сделаем. Справа есть одна команда и слева вторая. А мы с какого-то фига оказались посередине. Ну ладно, в принципе, ничего страшного, ведь у нас есть целых 12 банок. Эль Примкин, иди сюда. Ой, здесь еще роза оказалась, нифига себе. Не ожидал тебя здесь, конечно, увидеть. Но сразу же ее вынес, и у нас появилось столкновение. Интересно, справится ли там мой тиммейт или нет, или нужно будет ему помогать? А нет, все-таки он смог вынести всю команду, мы заняли топ-1, и давай посмотрим, сколько мы с тобой можем выполнить квестов, целых 16 штук, их просто капец как много, и я надеюсь, что они сегодня будут у нас максимально легкие. Пока что, конечно, я ничего не выполнил, получил всего лишь 64 жетона, но все квесты у нас еще впереди, а я просто хотел взять и показать тебе свой код в Brawl Stars'е. Но есть небольшая проблема, он с какого-то фига замазан. Кажется, я понял, что нужно сделать, чтобы его разблокировать. Нужно всего лишь поставить лайк. И когда наберется 5000 лайков, тогда код просто разблокируется. В прошлый раз у нас с тобой это получилось. Поэтому давай попробуем еще раз. Я надеюсь, ты понял. Моя задача выполнить все квесты, а твоя всего лишь поставить лайк на это видео. Поэтому давай лайкосик быстрее ставь. А мы пока что погнали фармить баночки. У меня, кстати, еще ник такой интересный. Не купик. Не знаю, что было у меня в голове, когда я его придумывал, но вот такой вот ник я решил сделать. У меня, правда, тиммейты еще кокнули, ну ладно, снизу там Эль Примкин что-то летает. Непонятно зачем, походу он с барлейчиком сражается. А, понятно, ну ладно. Сейчас я его быстренько догоню и быстренько вырублю, тихо. Главное, чтобы меня только не кокнули, ёк-макрюк. Вы что начинаете, идите нафиг отсюда. Чуть от Барли, блин, не умер. Нам такого допускать, конечно же, нельзя. А вот Шельку мы с тобой сейчас вынесем. Хорошо, что я успел это сделать. Эль Примкин пошел нафиг отсюда, не лезь ко мне. Ух, еле его убил. У нас уже столкновение. Вижу слева кольта, 6 банок, и сразу же его сейчас нужно будет вынести, только пока что что-то немного не получается. Блин, они еще и банки там нафармили, жучары такие. Ой, 300 хп оставалось. Думал, что успел убежать, но немножечко не повезло, не фартануло. И не хватило всего лишь одной банки, да еще одного квеста. Да как так-то, блин? Сейчас-то мы с тобой точно выполним квесты! Вопрос только, сколько именно. Меня убили. Ну ладно, один квестик у нас уже точно есть. Я думаю, то, что будет квестов примерно штуки 4, наверное. А еще я тебе хотел сказать, прямо сейчас у меня на этом аккаунте есть 19 уровень Бравл Пасса. Как ты думаешь, до какого уровня я смогу прокачаться до конца этого видео? Моя ставка, что примерно до 33 уровня. Я думаю, что я, конечно же, должен это сделать. Блинский, блин, запылился. Тихо, 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 вы... Получилось, конечно, обидно. Походу, у нас все-таки будет топ-2. Потому что остается одна Нита, две Шельки уже знают, где она находится. И, Нита, ты выбрала не ту Шельку. У этой 9 банок. Надо было лучше читера убивать. У него же всего лишь одна банка. Наверное, убил бы. Серьезно? Всего лишь один квест? Да уж, не повезло, не фартануло. Но зато хотя бы есть 20 уровень Бравл Пасса. Погнали дальше. В этот раз катка вроде бы идет немножечко поудачнее. Это хорошо, у нас уже столкновение. Вообще лепота. И я думаю то, что мы с тобой, конечно же, займем топ-1. Арина, иди сюда, минус Арина. А, так она одна оставалась. Окей, так даже на самом деле намного проще. Два квестика в этот раз я выполнил. Получается, в следующей катке по логике должно быть 3. Но сейчас мы с тобой это проверим. Пока что получили 500 жетончиков и еще плюс 1 уровень Бравл Пасса. А сейчас у нас возникают небольшие проблемы, ламбы или феры. Заняли всего лишь топ-3 и квесты у нас не выполнились. Обидно. Дальше вообще последнее место. На такое я даже не рассчитывал. Ну а сейчас мы должны 100% реабилитироваться. У меня, если что, уже заспавнился тиммейт. И смотри, сейчас мы вынесем эту Шельку. И у нас по-любому будет топ-1. Только, ой-ой-ой, нифига там, конечно, Роза сидит. Я даже не ожидал ее там увидеть. Тихо, сейчас мы быстренько ее вырубим. К ней, конечно, желательно близко не подходить. Давай-ка я лучше тогда сначала Шельку вырублю. Потому что у нее всего лишь 2 банки. Я думаю, то, что против нее сражаться будет легко. Все, ее мы вынесли. У меня как раз тиммейт заспавнится, и мы заняли вообще на изи топ-1. Опупенно. Вот так бы всегда играть, и так бы всегда получать квесты, потому что сразу же выполнил 5 квестов, а мог на самом деле еще больше. Там вообще капелюсечку урона не хватило, ёк-макарёк. Ладно, 1200 жетонов у нас есть. Это сразу же почти что 24 уровень, там совсем чуть-чуть до него осталось. У меня еще и напарника кокнули, и меня тоже кокнули. Занял всего лишь топ-3, и квестов, я думаю, то, что сейчас, наверное, не будет, хотя сейчас мы это проверим. О,
целых две штуки? Нифига себе. На такое я даже не рассчитывал. Касать жетонов, с учетом того, что я проиграл катку. Давай мы с тобой заберем пин, и у нас еще, если что, есть мега-ящик. Пин, я думаю, можно сразу же поменять, чтобы этого петушка можно было и в катке использовать. А то что, я просто пин на шельку кидаю? Вообще как-то неинтересно. А сейчас со мной в команде оказалась новенькая Пенни. Блин, все-таки она реально очень красиво выглядит. Я не знаю, возможно, к ней уже все привыкли, ведь я это видео записываю, как только обнова появилась у нас. С обновы прошло реально очень мало времени, буквально пару дней. И этой Пенни налюбоваться я вообще никак не могу, она просто реально очень красивая. Мне реально нравится, а нравится тебе или нет, напиши в комментариях внизу под видео. А походу у меня остались квесты только выиграть катки. А нет, там еще вроде бы был квест на исцеление урона. То есть походу мне еще придется заходить в дым. Сейчас мы только катку проиграем. Четвертое место, блин, заняли. Но в этот раз мы такого не допустим. Я надеюсь, что у нас будет топ-1. Где-то мой тиммейт бегает, блин, я не понимаю. Так, минус шелька, пошла нафиг отсюда. И там у нее тиммейт был. А, так все, это последний чувачок. Сейчас мы его быстренько вынесем. Эй, Чубзик, иди сюда. Нита, я с тобой, конечно, не хотел особо там это сражаться. Но пришлось. Я же не хочу с тобой много времени проводить. Квест на исцеление я, если что, выполнил. И осталось всего лишь одну катку выиграть. И мне просто целую кучу жетонов насыпят. Ёк-макрёк. Мне кажется, там будет больше двух косарей. Давай просто одну катку выиграем и проверим. Ну, конечно, блин. Выиграем. Топ-4 заняли. Ладно, вот сейчас точно выиграем. Я же тебе говорил, у нас уже столкновение. И у нас просто целых 12 банок. Поэтому у нас просто на изи будет топ-1. Сейчас только главное чуваков найти последних, а то они где-то там крызятся, непонятно. Где они, блинский блин, сидят? Давай, Роза, ищи, что ты тут бегаешь-то вместе со мной. Пошла бы вообще лучше в другую сторону куда-нибудь. Ладно, сейчас мы этих чуваков быстренько найдем. Вон, Покич бегает. Пока, здорово. И Нита. Да, команда у вас, конечно, вообще лютая. Одного чувака мы забрали, и Пока без банок. Да, его на самом деле даже как-то немножечко жалко. Ну, все, чё, катки у нас закончились. Первое место мы заняли, 5 квестов выполнили, и все квесты у нас были по 500 жетонов, то есть там дают 2500 жетонов, и это 31 уровень. Блин, я на один левел ошибся, ёк-макарёк. Но самое главное, что мы с тобой можем забрать Джанет. Я, конечно же, скоро это сделаю, а если ты не хочешь этого пропустить, обязательно подпишись на канал, а еще не забудь посмотреть предыдущее видео, оно здесь уже появилось, осталось просто на него нажать. Держу в курсе.